общем, я такой ролик нашла. Умный такой, прям как Катьке нужно. Там рассказывается про то, как магазин делать надо. Секреты всякие. И мужчина такой представительный. Я поняла. Главное, чтобы в магазине было все самое нужное. И знакомых обязательно марок. И все в одном месте. Я так Катьке расскажу. Значит, надо, чтобы у нее колготки были, шампусик, туфли обязательно разные. И чтоб там Прада была обязательно. А ты их ночью нафиг где купишь? Ой, ну там творожки, сметанка, лак для волос. Хороший будет магазинчик. Купишь им мне такой?